Здравствуйте, это канал Максимазы, и мы продолжаем играть в GTA 5. Между прочим, возможно, это заключительный выпуск. Возможно, это будет наша последняя серия. Мы будем сегодня готовиться к ограблению федерального хранилища. Возможно, это последняя серия, возможно, мы сегодня как раз-таки закончим проходить игру, потому что мы уже почти все прошли, и, может быть, в этой серии мы все и пройдем. Будет еще бонусная серия. Здесь спойлер, три концовки. Сегодня, попробуем сегодня. Если сегодня последняя серия, то выберем одну из концовок. И в одной бонусной серии мы посмотрим на две другие концовки. Какие? Пока говорить не буду. Ладно. Будем готовиться к ограблению федерального хранилища. Лестер назначил встречу в стрип-клубе Тревора. Блин, нельзя войти через дверь. Через двери можно только Тревору войти. Блин, почему, а? Почему? Немного несправедливо сделано. Ну ладно. Оу, здравствуйте. У меня встреча с директором клуба. Good to see you. Рады вас видеть. Окей. Так, wait, там... Удовольствие свое получает, походу. Ладно, идем в кабинет Тревора. Там начнем подготовку. О, извините, я опоздал. О, мы как раз вот о тебе говорили. Ладно, не парься. Еще пару часов и больше не придется тебя во мне. Да ты у нас любитель поговорить. Будьте осторожны, ребята. Вы двое. Это все, что я хочу. Да пошел ты нафиг. Пошел я. Да какого фига? Эй, прекратите. Спасибо. Итак, короче. У нас два варианта. Оба довольно рисковые. Но мы ведь знаем, на что идем. Первый вариант. Угоняем броневики. Берем экипаж в заложники. И проникаем в хранилище. Притворившись инкассаторами, как только вы добираетесь до цели, вы славим украденные тачки, разгружайтесь, сваливайтесь отсюда. Надо подключиться еще к схеме светофора. Будет легче, если можем их переключить. Есть также второй вариант. Отвлекающий маневр у парадной двери. Прикинемся идиотами. Хотя нам это всегда удавалось. Правда? В общем, остальные парни проберутся внутрь и все заберут. Отвлекать внимание будешь ты. Как всегда, в центре внимания. Знаете, я типа буду растоптать дружбу ради себя любимого, да? У него довольно низкая самооценка. Ладно, ладно, прекратите, давайте взглянем на этот план. Итак, у нас две схемы на выбор. Первое, золото нам отдают по-хорошему. Второе, вы сверлите старую добрую дыру в хранилище. Чтобы сверлить старую добрую дыру, вам понадобится туннелекопательная машина. Я найду ее, вы угоните и припаркуете рядом с банком. Там неподалеку стоит новое метро, из которого вы начнете бурить. Для отхода понадобятся также вертолеты. Один есть у Тревора, а второй можно купить. Парням понадобится машина для отхода, так что раздобудьте что-то по-хорошему и прокачайте тачку по максимуму, чтобы вы могли уйти на ней от копов. Ее нужно поставить в гараже рядом с хранилищем. Там будет много полиции, так что следует об этом подумать. Ах да, нам нужен еще поезд, на котором можно будет сбросить золото и увезти на склад. Вам нужно его угнать, и я, как всегда, вам пришлю инфу. Если вы предпочитаете более тонкую работу, то тогда нужно угнать бронированные фургоны и так далее. Вам понадобятся полицейские ежи, и лицензии на них есть только у копов, так что придется тут пораскинуть мозгами. Так, что еще? Нужно достать и укрепить несколько машин для отхода. Обычная подвеска не выдержит пару тонн золота. Погоди, пару тонн? Да, всего 4 тонн. Ровно столько я могу вас направить в клетку, которую мы взломаем. Ничего себе. Так, и последний. Помнишь тоннель, который мы видели с вертолета? Я устрою там кипеж, чтобы избить копов с вашего следа. Знакомая песня. Как будем действовать, скрытно или напролом, как считаешь? Многие игроки на ютубе, которые играли в эту игру, прохождение,
Они выбирали тонкий вариант, притворившись инкассаторами. Но я два раза проходил эту игру и выбирал тоже этот вариант. Но, как, честно говоря, я немного пожалел. Как по мне, этот вариант какой-то скучный, проходится довольно легко. Поэтому вот этот очевидный вариант, где нужно будет бурить дыру, мне кажется, он намного интереснее, гораздо круче. Поэтому мы его и выберем. Мы вломимся через стену, потому нам не хватит небольшой команды. Два стрелка и два водителя нам нужны. Первый водитель будет управлять одним из вертолетов. В вертушке будет половина груза, так что человек должен быть надежным. Второй водитель займется поездом. Вряд ли нужно брать на эту роль очень дорогого кого-то. Либо бросил монетку. Возьмем самого опытного, как всегда. Так. А, тут выбирать нечего. Да, это новичок. Я видел его за рулем, не знаю, как он сработает в критической ситуации. Ну, сойдет. Первый стрелок. Франклин пробурит стену хранилища. Второй стрелок зайдет с тобой в банк, и вы изобразите идиотскую попытку ограбления. Так. Давайте шефа. И стрелка. Самый опытный у нас Густаво Мотта. Они были в ювелирном их бюро. Мы пока живы. Дело очень важное. Хочешь уточнить детали? Мне все нравится. Так, отлично. Осталось найти туннельную копательную машину, и можно начинать. Ну да. У тебя получше есть идеи? Че же с два, иначе нас бы всех убили. Провернул бы все сам. Надо быть самовлюбленным идиотом, чтобы такое решить, что лучший способ ограбить самый большой банк на западном побережье – это самолично явиться к парадному выходу. Да, таким, кто приходится работать с тобой. Козлина, ну хватит уже, наконец. Пора выдвигаться. Пошли. Давайте уже начинать. Я покажу вам, что может понадобиться. Так, так, сохраняем. Сохраняем. Сейчас, наверное, будут звонки. Мы планы уже изучили. Теперь нам надо... О! Я не хотел, это просто выдуманный персонаж среди сатиры и пародии, как и там ее. Джимми, вы везете меня по каньону Бекхэм. Темно-серым ландсталке, чтобы наказать за троллинг. Только бы меня спасли. О, берегись. Задержи его, малыш, я скоро буду. Вы такие смешные и занятые. А ведь чем больше внимания, тем лучше, да? Вперед. Джимми в беде. Он далеко? Достаточно далеко. Это мы обрежем с вами. Этот момент мы обрежем. Люблю сбивать мотоциклистов. Не убивать похитителей, окей. Почему их не надо убивать? Блин, блин, блин. Это мой папа, козел. Он тебя сейчас поимеет. Серьезно? А у него что, стадо большое, что ли? Кретин. Неважно, если ты безбашенный псих, папенькин сынок. Прочитай, что написано на татухе, имею право, потому что так и есть. Мерзкий тролль. Верни моего мальчика, слышь? Вот глупец, а. Ладно, я шину ему продырявлю тогда. А что у меня, кстати, за пистолет? Шокер? Нет, малый ПП. Нет, бомбу-липучку не надо. Давайте обычный пистолет. Ой, это не его машина же. Так, это дом Дэвина Уэстона. С Дэвином Уэстоном мы еще разберемся с вами, друзья. Блин, другие машины мешают очень сильно. Это...
Ничего, не уйдет. Никуда от меня. Сейчас я ему колесо еще расфигачу. Если только догоню его. То, что другие машины мне помешали догнать его. Догнали, догнали, отлично. Отлично, попал по одному колесу. Останавливайся, сейчас стрелять буду. Еще дальше. Так, попал по второму колесу. Ладно, на таких колесах он далеко не уедет. Так что ничего страшного. Вон отсюда, пока я вас не застрелил. Блин, кто бы мог подумать, что мне придется ехать на таких колесах домой. О, спасибо, ну и фигня, ты думаешь, уже все позади? Да, да, он ушел. Ты уверен? Он питает к себе ненависть, я его типа заклятый враг, все такое. Я думал, что это не совсем так. Он считал тебя маленьким жирным ничтожеством. Блин. Но я ведь, я его троллил, типа, там все такое. Ой, блин, как же мы в таких колесах туда едем? Меня реально растрясло. Ты мог вести машину как нормальный человек? Да, на таких колесах... На таких колесах трудно ехать нормально. Так. Человек, который ты отвечаешь, что отстой, ты козел, все такое. Не смешные шутки, да? Ты просто не понимаешь, юмор возникает из повторения, типа ты говоришь один раз, всем пофигу. А потом повторяешь еще раз и еще раз. Ясненько, ясненько. Ты за днях писал фотку новорожденного сына, и я такой. О, сынок, не младенец, а настоящий урод. И я такой. Я красивее, чем этот малыш, и я типа отправляю ему фотки дохлых зверей. Что это с ним? И он такой. Какое чудо, что он выжил. Типа. Хватит, хватит, я все понял. О чем ты говоришь? Так, приехали. Ладно. Тролль, выйти из клетки. Да пошел ты! Здесь все липко и пахнет очень скверно. Может, ты научишься не злить людей в интернете. А теперь брысь отсюда. Да. Когда я ехал сюда, я спрыгнул с горы для того, чтобы путь сократить. И это привело к тому, что сломалась водительская дверь и разбились некоторые стекла. Но, в принципе, это абсолютно не важно. Теперь мы ждем указаний к, короче, ограбления этого вот куша самого. Так, короче, бур... Привели на склад. Бур привезли на склад в восточном Лос-Антосе. Он стоит во дворе, и там при нем охрана. Постарайся забрать его, не привлекая никакого внимания. Нам надо закинуть золото на грузовой поезд. Подойдет любой локомотив с платформой. Стой! Куда ты звонишь-то? Воспользуйся воздушным краном в Дэвис Кварц. Позвони кому-нибудь из наших, чтобы помогли. Если станционные рабочие будут мешать, разберись с ними. Это без проблем. Так, что он там сказал про бур? Бур привезли на склад. Он стоит во дворе, при нем охрана. Постарайся забрать его, не привлекая внимания. Так. На складе, говорите? А, здесь, видимо, поезд. А бур здесь.
Давайте вызовем такси и поедем туда. Еще говорят, транспорт для отхода понадобится. Здравствуйте, можно такси заказать? Уже едет, сэр. Спасибо за звонок. Отлично. Наверное, для отхода мы теперь возьмем фургон Франклина. В прошлый раз мы воспользовались... Мы брали фургон Майкла, в этот раз возьмем фургон Франклина. Почему бы и нет? Так, ждем, когда приедет такси. А, вот, все. Как быстро, да? Давай быстрее едь. Едь быстрее, едь быстрее. Блин, ночь наступает. Не люблю ночью грабить, ничего. Ночью плохо все видно. Okay, buddy. There you go. Проверим. Да. Украдите бур. Надо как-то, наверное, проникнуть осторожно. Можно, наверное... Возьму-ка я электрошокер. И на всякий случай малый ПП. Будем аккуратно вырубать сотрудников. Так, идем аккуратно. Спрячемся за этим столбом. Да. Блин, нас заметили. Прям в лицо. Прикольно получилось. Ладно. Ой-ой-ой, как тормозит. Бур, быстрее. Во, отличная просто бурильная установка. Давай, в грузовик. Блин, полиция. Это очень плохо. Сейчас от... Ну-ка, давай. Ух, каким-то образом проехали. Я уж думал, он не проедет. Ух. Вот поставь. Вот грузовик перекрыл дорогу полицейским. Вот в этот раз, короче, повезло просто очень. Ладно. Что нам надо еще? Переключаемся на. А, нет, подождите, Лестер. Бур уже на стоянке. Отлично, о нем не будем забегать вперед. Надо как следует подготовиться. Так, переключаемся на Франклина. Не люблю ночь, но что поделать. Блин, Франклин-то не дома. Я нашел транспорт, которым можно будет следить. Загоню его в гараж и перезвоню. Хорошо, буду ждать. Припаркуйте транспорт подземной парковки. Короче, оказывается, фургон Франклина не подойдет для этого. Потому что его нельзя модифицировать в Лос-Сантос-Кастомс, наверное. Я-то думал, будет такая же схема транспорта для отхода, как и налет на бюро и ограбление инкассаторского фургона. А нет, здесь не совсем так. Задание выполнено. Так, что у нас дальше? Дальше у нас идет... Я говорю... А. Лестер, машина для отхода в гараже. Ладно, если нам удастся раздобыть поезд, все будет хорошо. Блин, да сколько можно... Так, с поездами у нас мастер, это Тревор. Переключаемся на него. Майк, я хочу раздобыть поезд, который нам нужен для дела. Тебе предстоит забрать вертолет, который организовал для нас Лестер. Зачем я тебе нужен? Вот ты ведь вроде бы в доле. Ну так отрабатывай ее. Когда будешь на аэродроме, свяжись со мной по гарнитуре. Вырубите железнодорожников. Да, подождите, мы же еще не доехали. Вот когда доедем, тогда и вырубим. Ах, да.
Ого, это место напоминает, кстати, немного одно место в GTA San Andreas, где нужно было украсть динамит. Прям похоже немного. Но, правда, там пропасть была гораздо больше, а здесь нет. Очень прям реально похоже. У нас есть электрошокер. Нет, шокера у нас нет. Но ничего, мы можем и без него вырубить железнодорожников. Только я что-то не вижу их. А, нет, они есть. Надо как-то, видимо, забраться на эту фиговину. А, мы так просто туда не залезем, да? Так. Блин, а отсюда-то нам не залезть. Ладно, идем в обход тогда. Я, правда... А, вот проход есть. Я только одного железнодорожника увидел пока. Так, один наверху, второй здесь. Ну-ка. Блин, красиво упал. Так, этот вроде бы не увидел. Поднимаемся к нему аккуратненько, так, чтобы он нас не заметил. Так, пусть отвернется. Пусть отвернется. Отлично. Получилось. Доберитесь до блокпоста. А как попасть на него? А, вот. Переключить стрелку. Майкл, я перевел стрелку. Где ты? Да фиг знает. Тут кругом один песок. Я почти приехал. Кажется... Подождите, пока поезд не остановится на стрелке. А мы переключать будем опять, или мне можно выходить? Ладно, давайте тут постоим. Может, мне сюда еще придется возвращаться. О, едет. Поезд останавливается. Мне нужен вертолет. Я уже в вертолете лечу к тебе. Блин, опять летать надо. Не люблю летать. Вообще не люблю. Ладно, мы недалеко. Ого, ничего себе вертолет. Обалдеть. Это что за вертолет-то такой? Я такой никогда не видел. Это что за вертолет-то такой? Ты серьезно ни разу такого не видел? Нигде. Я такой в GTA вообще вертолет не видел. Как он изнутри выглядит? Изнутри выглядит как обычный вертолет. Что нам надо сделать? Посадить вертолет, что ли, на поезд? Блин, это вообще плохо. Стой, стой, стой на месте, стой на месте. Не облажайся. Так а что сделать-то я должен? Я что-то не совсем понимаю. Блин, как неудобно управлять им, а. О,
Спокойно, спокойно. Так что сделать-то я должен? Я так и не понял, ребят. А, вот, все, готово. Надо на локомотив украсть. Можешь подниматься. Давай быстро лети туда, бросай локомотив, возвращайся за платформой. Нифига себе, мы поезд крадем, обалдеть. А в локомотиве внутри кто-то есть? Интересно. Я так и не совсем понял. А, опять на грузовик положить надо, ё-моё. А грузовик-то выдержит? Стой, куда ж ты? Так, осторожно. Готово. Я возвращаюсь. Заберите. Господи, это несколько надо таскать, что ли? Это же жесть вообще просто. Зачем я выбрал этот вариант, а? Ну ладно, ради вас, конечно же, это сделаю. Интересно, а куда мы денем платформы-то все? Блин, поезд приходится собирать по частям, реально. Вот куда осторожнее? Везу платформу на аэродром. Так, на аэродром Тревора доставить платформу. Господи, как я не люблю такие задания. Во время своего первого и второго прохождения я реально не занимался этим делом. Говорят, что сложнее всего стащить буровую установку. Да что-то мне в это с трудом-то верится. О, новый, что ли, прицеп? Старый уехал. Откуда у них столько машин? Мне что-то непонятно. Стой, ой-ой, стой, стой, стой. Аккуратно, аккуратно. Готово. А, это все, что ли? Надо было только две платформы украсть. И все. Фух. Теперь гордые владельцы товарного поезда. Отлично, я сообщу всем остальным, что у нас есть все, что нужно. Встретимся в стрипном клубе. А, собственно, через вход там нам и надо было, наверное. Так, на следующий день... Ну чё, работаем или чё? Да, конечно. Если наконец оденешься, то вполне может быть. Готов действовать. Идем. Я встречаюсь со своим корешем у банка. Золото еще не наше, но оно уже скоро рядом. Собираем банду. Вперед. Садитесь в машину. В какую? В эту? А это чья машина? Это точно не наша машина, кстати. Ну ладно. Доберитесь до банка. Конечно, сейчас поздновато обсуждать наш план, но... Фига, мне Лестер в вертолете. Может, нам стоило конять кого-то другого? Я рядом сижу, можешь... Лестер нам нужен в воздухе, он будет держать связь, в том числе и с поездом. Можем доверить эту работу случайным людям. Случайным очень смешно. Не можем, точнее, доверить.
Вот я и в тоннеле, когда перейду по пункту, набить мешки с банкнотами, дайте знать. Приехали. Готов провернуть эту чудовищную глупую идею? С тобой, Майк, куда все что угодно. Просверлим эту дыру в фиговину. Все на пол, живо. Это ограбление. О, вот это идеально дырочка нам подходит. Так, включаем наше лезвие. Ну что, все готовы? Поехали! О, красиво. Ой, тревога уже включилась. Так. Скоро здесь будут копы. Взорвем эти клетки побыстрее. Раз. Два. Взрывчатка заложена, сейчас бомбанет. Мы вошли. Готовим очень мощные пистолеты. Ой, охранники уже здесь. Блин, охранников, мягко говоря, многовато. Хотя, 200 миллионов долларов. Что тут поделать-то? Так, осторожно, меня не задень. Блин, у них у всех очень мощное оружие. О, куш пополняется, пополняется. Давай, давай, давай. Прикройте меня, пожалуйста. Да-да-да, сейчас, сейчас, погодите. Я стараюсь отвлечь этих козлов. Мне нужно проехать. Езжай, езжай, я буду в них стрелять. Назад, не подходи. Там с другой стороны есть. Блин, там один сзади еще есть. Блин, в этом задании довольно сложно не умереть. Да, там просто кровь полыхает. Готово, где вертолет? Уже рядом, скоро увидимся. Есть, включай эту штуковину. Так. На пол, всем, живо. Блин, берегись. Они прошли через дверь. Блин, у меня здоровья мало совсем. Подожди, пока здоровье немного пополнится. В атаку! Блин, вслепую стрелять довольно сложно. Еще и дым такой. А, они газовые взрывчатки накидали. Не взрывчатки, а просто газовые шашки. И я их не вижу совсем. Хотя они, наверное, нас тоже плохо видят. Но их просто много, поэтому они стреляют.
Вот он, одну башку вижу. О, 200 миллион, 201 миллион долларов, 600 тысяч. Ой, с этой стороны. Сейчас привезу за вами вертолет. Двигай сюда, позаботься о грузе. Ты его слышал? Вперед. Улетайте из города. Надо лететь к поезду. И сейчас довольно сложное. Надо будет положить это золото на поезд. Сделать это с первого раза будет непросто. Но мы постараемся. Пять звезд. Обалдеть. Блин, он что, жив еще, что ли? А, это новые. Воспользуемся способностью Майкла, когда будет очень много этих гадов. Сейчас я попробую сбить этот вертолет. А, все, он остановился. Сейчас я их пристрелю. Мне кажется, пули не попадают по вертолету. Ладно. Вертолет улетел. Будем играть за Майкла, у него есть хорошая способность, которая нам очень пригодится. Ой, вертолет. Жопу свою выстрелил. Так, теперь через мост. Так. Отлично. Кажется, Мэриуэзер узнали о том, что мы замышляем. Пусть не беспокоятся. Копы делают все, чтобы нас убить. И у них, кажется, это неплохо получается. На самом-то деле, наоборот. Блин, дороги просто кишат копами.
Надо быть аккуратнее. Наверх по лестнице. Ой-ой-ой-ой. Прячемся за кустами. Ой, не на ту кнопку нажимаю. Зачем ты спрятал это оружие? Вау-вау, блин. Сейчас, я подзаряжусь немного. Что? Я никого не вижу. А, это наш. Я что-то не разглядел. Блин. Не успеваю я немного. Уходим на другую сторону здания, скорее. Подождем, пока пополнится здоровье. А давайте вообще на Франклина переключимся. Опять вертолет. Это вертолет Мэриуэзер, походу. О, груз безопасности. Мы ждем поезд Мэриуэзер. Так, пустите лучше. Мы идем вместе. Да-да-да, конечно. А, на лестницу надо. Я что-то затупил немного, ладно. We will go through you. Ходим быстрее. Там еще леговые справа. Куда дальше? Больше нет никого. А, вот. Есть. Все, побежали вниз. Быстрее. Ой, там машина большая. Давайте-ка закидаем ее бомбами. А, нет, не успеем. Блин, не успею никак я закидать. Сейчас бомбами закидаем. Блин, не могу никак попасть в них. Я хотел бомбами их закидать, но не получится. Они едут быстро очень. Блин, там сзади стреляют. Мы
можно, в принципе, бомбу кинуть туда. Отлично. Блин, ну не долетит бомба до туда никак. Так, остался один. Нет, не один, два. Так, пошли к машине для отхода. Уйдите от полицейских. О, это будет очень непросто. Блин, еще и на таком колесе. Мы будем очень долго от них уезжать. На 5, на 5 звездах. Да вы что, с ума сошли? Как я на 5 звездах уеду от них? Можно заехать в Лос-Антос Кастомс, но... Я боюсь, что мы туда приедем вместе с копами. Машина едет медленно на таком колесе, и... Они просто увидят, что мы... полицейские просто увидят, что мы... Куда мы заехали. Не работает. Серьезно. Ладно, давайте тут посидим. Может, они от нас... Нет, они нас заметили. Это капец какой-то, блин. Как можно скрыться от них? Лос-Антос Кастомс не работает. Скорее, сюда. За деревья. Вот здесь они нас, я думаю, не найдут. Мы ушли. Сейчас проверю, что там с золотом. Тревор, Лестер, прием. Майк, вы там как? Мы вырвались, у нас все тихо. Похоже, у нас гости, и это Мэриуэзер, наверное. Фух. Хорошая была идея заехать на эту горку. Справишься с РПГ? Из этой штуки еще бы, держи птичку только ровно. Летите за вертолетом, который идет. Кто управляет? Отлично. Я их вижу. Три вертолета. Отлично. Перезаряжаю. Стреляй. Сейчас, надо еще и присесть немного. Не очень получилось, но ничего. Блин, почему они так низко летят-то, а? Можно же врезаться в эти штуковины. О-о-о, отлично. Лестер, превосходный стрелок. Ты их сбил. Горизонт чист, мы оторвались. Пора грузить слитки на поезд. Да, вот это довольно сложное будет дело. Надо подлететь чуть-чуть ниже к поезду. На вертолете, которым трудно управлять. Еще и поезд двигается, поэтому это реально будет тяжело. Но он низко летит, сейчас он их сбросит. Низ, ниже. Только бы не врезаться ни во что крупное. Летим исключительно на поезде. Ух, получилось! Получилось! И нам даже потеть не пришлось. Давай на аэродром. У каждого по 25% повысились. Ух. Мы справились. Получилось.
Полный успех. Дэвин Уэстон и все остальные иллюминаты. Вы просто ничто по сравнению с нами. Все получилось. О, Франклин. Послушай, чувак, мы теперь в расчете. Понятно? О, конечно. Ты под кайфом. Слушай, чувак, я сейчас выведу отсюда машину. Вы двое за мной. Кое-кто должен помочь мне доставить металл в надежное место, пока я его не смогу продать. Мы оба? Да-да-да, оба. Приятно было вместе поработать. Вам заплатят, когда мы деньги получим. А вы до тех пор не высовывайтесь. Никаких машин, никаких отпусков. Теперь давай. Ох, чтоб меня. Ну? Ограбление состоялось, огромный куш. Отлично, друзья, отлично. А я за кого играю? За Франклина, да? Да, за Франклина. Машина как у Майкла, только красного цвета. Короче, типа, настал следующий день. И мы едем домой Франклину, чтобы отдохнуть. Встретимся возле него. Чик-чик.